Меня зовут Матвей, я играю в футбольном клубе «Орбита». Мы проиграли с разгромным счетом, довольно обидно участвовать в таких матчах, но такое тоже нужно терпеть. Я играю на позиции центрального полузащитника. Это клуб «Немо». Я забил за весь турнир один гол и в этом матче дал 2 голевые передачи. Для нас матч был хорошим. Конечно, хочу в Европу, но для начала надо мне проявить себя. Мы добрались хорошо, вот где-то за 3-4 часа. Вчера выиграли 2 победы и сегодня 1. Хотим получить первое место и уехать домой с медалями. Как думаешь, чего не хватило вот вашим ребятам, чтобы... Уверенности, открываний. Первый тайм было потяжелее, мы забили 2 гола, потом мы играли лучше, но все равно пропустили. И мы выиграли с разгромным счетом. Ну, соперник достойный, но мы сегодня играли лучше. Хотел бы в Ювентус. А как же Беларусь, наша национальная сборная? Да, я сначала в Беларуси поиграла, потом хотел бы в Ювентус. А кто сегодня за тебя болел на трибунах? Родители, ну и те, кто смотрел трансляцию. А как ты считаешь, вот поддержка родителей, болельщиков, она придавала уверенности ребятам? Да, конечно, сказывается, ты себя чувствуешь увереннее, лучше.